Впервые в этом году, помимо красавиц елки и светодиодной тройки оленей, главная площадь города украсила светящееся звездное небо из тысяч сияющих огоньков. Яркая инсталляция издалека привлекает внимание и уже стала главной диковинкой праздничной Анапы. На фоне новинки с удовольствием фотографируются и взрослые, и дети. Впервые в этом году уже так называемое новогоднее небо установлено, и тоже ночью, уже вечером, в вечернее время можно прийти и увидеть. Там очень красиво. Вот, мы призываем тоже наших всех предпринимателей, руководителей предприятий, у кого фасады еще не украшены, большая просьба украсить и создать новогоднее настроение для жителей и гостей нашего города. Также с 20 декабря на площади начнет работу новогодняя ярмарка. Она будет работать даже в новогоднюю ночь. Будут реализовывать продукцию сельскохозяйственную, гастрономическую. Также можно будет приобрести товары рукоделия, прикладного искусства и сувенирную продукцию. 20 числа с 11 до 14 часов будет торжественное открытие работы новогодней ярмарки. Там можно будет увидеть флешмоб Дедов Морозов, новогодний хоровод, концертную программу и другие сюрпризы, которые город готовит для наших жителей и гостей.